Государственные награды и звания. В преддверии 30-летия независимости Республики Казахстан глава региона Жениз Касымбек от имени главы государства вручил награды 60 жителям области. Подробности в сюжете. В области прошло чествование граждан в преддверии 30-летия независимости страны за вклад в социально-экономическое и культурное развитие, за значительные заслуги в государственной и общественной деятельности. По указу президента Касым-Жомарта Тукаева были отмечены ветераны труда, видные деятели в сфере образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, производства, представители госорганов и сельского хозяйства. Проведя параллели, глава региона отметил, что за 30 лет в Карагандинской области сделано немало. Увеличился объем производства и темпы строительства жилья. Снизилась безработица. С каждым годом растет качество жизни. И все это благодаря самоотверженному труду людей, живущих в регионе. Ордена Курмет удостоились 7 карагандинцев. В числе их директор военно-технической школы, ветеран войны в Афганистане, ветеран вооруженных сил Республики Казахстан, полковник запаса Амангельде Жантасов. Руководитель Карагандинского концертного объединения имени Калибайжанова Талгат Идрисов отметил, что проработал в Караганде 32 года, поблагодарил за высокую награду и от себя пожелал всем музыкантам и коллективам, которыми руководит, творческих успехов. Пятерым жителям области вручили орден Енбек Данкы третьей степени за плодотворный труд и улучшение производственных показателей. В их числе обладатель награды подземный электрослесарь шахты «Казахстанская» Евгений Секирчин за храбрость и за самоотверженность. Медалью ЕРЛГ Ушин награжден ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Мукат Социалов. За трудовые заслуги орденом Ерен Енбеге Ушин отмечены 20 человек. Госнаграду получила и педагог общеобразовательной школы номер 24 города Темиртау Ольга Дворецкая. За активную плодотворную деятельность, милосердие и благотворительность 11 карагандинцам была вручена медаль «Шапогат» почетными грамотами Республики Казахстан за активную жизненную позицию и доблестный труд наградили 13 человек. 2 карагандинца удостоились благодарственных писем президента Казахстана. Также в ходе торжественной церемонии награждения были объявлены имена новых почетных граждан Карагандинской области. Этой чести удостоились ректор Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза Еркара Аймагамбетов, председатель общественного совета города Жезказган Сагындык Кожамсаитов и доктор медицинских наук профессор Сергей Лохвицкий. Ирина Вабищевич, Наталья Заяц, 5 канал.